когда только что отгремела по всей стране война. Далеко в ту пору прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов. Тихо стало на полях, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди садов стоял домишка, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш. Да отец мальчиша, да старший брат. А матери у них не было. Ворота, ворота из Радги-Дуги, живи да работай, разбитые враги. Хорошая жизнь, веселая жизнь. Эгай, эгай. Скачет под Радгой-Дугой мой верный, горячий, мой конь вороной. Хорошая жизнь, веселая жизнь. Эгай, эгай, эгай. Здравствуй, дед, вот лет. Здравствуйте, мальчиши. Видать, хотите по яблоку? Ловите. Не беда. Хе-хей! Понял! Вот они где. Что за беда? Видать, кто-то сад разоряет. Плохо наше дело. Стой! Сюда за мной! Тебя зашиб. Кто тебя сломал? Вы не горюйте. Мы не дадим вас в обиду. Айда за мной. Плохиш приподняло, да шлепнуло. Хорошо. Не грохают снаряды, не горят деревни. Нечего буржуинов бояться, некому в пояс кланяться. Живи да работай, хорошей жизни. Но однажды, дело к вечеру, смотрит мальчиш, и все бы хорошо, да что-то нехорошо. Ты что? Отец, что-то пахнет ветер то ли дымом, то ли порохом. Что ты? Это дальние громы гремят, это пастухи кострами дымят. Ложись, мальчишка, спи спокойно. Лети домой, все спокойно. отряды и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Сын, рожь я густо сеял, видно, убирать тебе много придется. Ну, мальчиш, жизнь я круто прожил, а пожить за меня хорошо, видно, тебе достанется. День проходит, два проходит, ждет мальчиш. Нет, не видать еще Красной Армии. Нет, еще не видать. Далеко отсюда Красная Армия. Эй, вставайте! Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. Эй, вставайте! Дайте подмогу! Прощай, мальчиш. Остаешься ты один. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Не спал, трех коней загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду, уже мчится и скачет нам на подмогу. Только бы нам, мальчиш, день простоять, да ночь продержаться. Лег мальчиш спать, но не спится ему. Какой уж тут сон. Эй, вставайте, кто еще остался. И снаряды есть, да стрелки побиты. И помощь близка, да силы нету. Нам бы только ночь простоять, да день продержаться. Лети домой. Продержаться. Добились вы победы? Нет, главный Пурфуин, не добились. Мы отцов и братьев разбили. Совсем была наша победа. Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш. И никак мы с ним не справимся. Видно, есть у них какая-то военная тайна. Ох, вы негодные трусищи! Как это вы не могли разбить какого-то мальчиша? Ступайте и не возвращайтесь без победы! Мальчиши от темной ночи до светлой зари. Вот это мне и нужно. Лишь один плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. Радуйтесь, буржуины, радуйтесь! Это я, плохиш, великую измену сделал! Слушайте, кто-то сейчас грохнет! Измена! Измена! Записать плохиша навечно в наше буржуинство и выдать в награду одну бочку варенья и одну корзину печенья. А мальчишек и бальчиша заковали в тяжелые цепи, посадили в каменную башню. Ты скажи, мальчиш, проклятый Кибальчиш, нет ли у Красной Армии военного секрета? Нет ли откуда помощи? И нет ли тайного хода во все другие страны? Потому что как у вас кликнут, так у нас откликаются. Как у вас запоют, так у нас подхватывают. И что у вас скажут, над тем у нас задумываются. Есть у Красной Армии могучий секрет. Есть и неисчислимая помощь, и глубокие тайные ходы. Но вы не найдете их. И когда бы вы не напали на нас, не будет вам победы. А больше я вам ничего не скажу. Сделайте же этому скрытному мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, но выпытайте от него военную тайну. Проклятый Кибальчиш, ты открой секрет. Что это? это мчится и скачет сюда. Ваша неминучая погибель. Ну что, открыл вам мальчиш-кибальчиш военную тайну? Нет, не открыл вам мальчиш военную тайну, потому что такое уж у него твердое слово. Что же это за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово? Слышите? Это скачет Красная Армия. Видно, будет у нас не легкий бой, а тяжелая битва. Торопитесь и погубите этого гордого мальчиша. Погиб мальчиш-кибальчиш. Но как громы загремели боевые орудия, как молнии сверкнули огненные взрывы, это наступала Красная Армия. И бежал разбитый Пурфуин, проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и неразгаданной военной тайной. А мальчишек-кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над могилой большой красный флаг. Прилетают летчики, привет мальчишу. Плывут пароходы, привет мальчишу. А пройдут пионеры, салют мальчишу. Это было...